Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами Оптимара Эверпрайс. Эта Оптимара достаточно часто зацветает, как ей хочется. Она может быть практически такой вот белой, практически синий, может быть просто анютка с негофрированным краем. Это вот зацвела, такой получился у нее полухимерный окрас. Видно, да, такие вот анютки. Да вот для любителей Оптимар, у меня коллекция такая есть, не очень большая, но все-таки есть Оптимары у меня. И это вот один из таких сортов, который вот, ну маленькие анютки, ну такое вот. Она небольшая, она абсолютно небольшая, но это все в куче. У нас толпа цветоносов, очень много всего. Мы берем не размером, а количеством. Толпа цветочков. Классные такие. Их много-много-много-много. Вот мы много-много-много и цветем. И так красиво, еще красивая листва. Оптимар обычно такие гладкие листья, а это немножко волнистая. Ну и сама вот анюточка такая, она идет гофрированный край у нее получается. Еще сейчас похолодало, вот пошла зеленца немножко по краю. Сорт любитель поудивлять. Он действительно каждый раз удивляет своим цветением, своим таким вот необычностью в плане оптимар, которые, да, постоянно зацветают, вот как положено. То эти оптимары, вот оптимара Эверпрайс, она зацветает, как ей хочется. И каждый раз по-разному, потому что летом она цвела у меня практически вся синяя была. А сейчас вот немножко похолодало, и вот она уже стала с беленьким. И как-то так вот, сколько деток, наверное, столько вариантов цветения. И это очень необычно для оптимар, потому что они как бы это считаются промышленные сорта, которые ценятся за их устойчивость, за их возможность транспортировки. То в данном случае вообще я ее вот поставила на столе, она стояла, ну немножко, да, вот ручки вверх подняла, а так цветочки держатся уже больше месяца, вот распускаются новенькие. Это она такая стройненькая, маленькая, красивенькая, классненькая, и все при ней, все хорошо, и классно растет, хорошо размножается, неприхотливая, просто сорт. Ну, конечно, если вы любите большие цветы, то этот сорт не для вас, но для разнообразия и для такого, ну просто, ну вот она вот такая вот лопатушечка, махонькая такая, их так много, и смотришь такой вот, ну вот думаешь, сейчас будет увеличиваться, нет, они не увеличиваются, они вот так вот и держатся, но их очень много, просто. Толпа таких глазиков на вас смотрит и улыбается. Красивый сорт, радостный такой, веселый, который поднимает настроение, да, вот он такой вот. Посмотришь на него и начинаешь улыбаться. Спасибо вам за просмотр. Хорошего настроения, красивых цветов. До свидания.